Народ, всем привет! Мы в Уфе на фестивале на Рахате. Обстановочка здесь отличная, мне реально нравится. Сегодня первый день, суббота, только идет раскачка. Еще кое-кто не приехал, я уже здесь все пробежался, посмотрел, у кого чего есть. Есть пару прикольных бань, реально постараюсь снять про них обзоры, если будет время. Народу просто сейчас понаехало уже, гостей в смысле много, время остается. На съемку немного, но постараюсь все-таки все снять, показать. В общем, сейчас пробежимся по всему фестивальчику. Сейчас я иду просто по набережной, так скажем. Здесь, кстати, справа есть бассейнчик, такой пруд большой, прикольный. Водичка тепленькая, уже искупались. В общем, сейчас пробежимся по всем банькам, посмотрим, кто приехал, что привез. Первая баня у нас от бочки. Дальше идет парна. Вудл. Классный, интересный модуль вообще. Забубенили. От ВВД. Палатка. Сегодня здесь был мировой рекорд. 103 человека попарились одновременно. Мировой рекорд. Самое большое массовое парение народу зазывало. Сейчас вот эти все товарищи будут участвовать в мировом рекорде. Спасибо, да. Короче, что-то начинает. Думал, толпой выйдут все. Выходят все. По одному подо все, поперли, походу. Нет? Нет. Так, еще. Вот именно так. Все на меня смотрим. Раз, два. Спасибо. Игорь Егордов кинулся. Вот Дамир везде. Дамир везде. Хорошо. Человек, который... 103 человека парятся в данный момент. Организатор этого всего дела. 103 человека. Все, народ все-таки хочет дальше париться. Это надолго. Там у них еще один рекорд сегодня поставили. Это Oblivion. 350 литров. По-моему, 25 человек одновременно облилось им. О, кстати, в палаточку можно заглянуть с этой стороны. Кто-то парится, видать. Поехали дальше. А, ну вот одна банька красавица стоит. Естественно, туда очередь стоит попариться. Но для тех, кто не понял, это наша баня. Мобиба. Здесь Денисов у нас свою новую печку выставляет. Не знаю, честно говоря. Не знаю, это походу просто палатки. Здесь у нас башпечи выставились. У них где-то задержалась банька. Потерялась в дороге. Харчевня. А как же ж без нее? Чаны, палатки. Так, это кто у нас? Не узнаю. Чан мастер, что ли? 102 бани. Тут у нас фигвамы. Прикольно выглядит. Ярмарочки. Здесь у нас массаж идет. Очень интересная обстановочка. Сабантуй.
Тоже Сабантуевская. А вот, наверное, кстати, приехала баня от Башпечи. Кстати, мы тоже Башпечи ставим. Отличный Вудсон. Харды, Стальмастер с приколюхой вот такой приехал. В общем, сам чемпионатик не очень большой, но очень душевный получился. Еще и это первый раз делают ребята фестивали, реально прикольно. И здесь сцена, периодически здесь проходят развлекухи, всякие конкурсы и прочее. Поехали к нам. Сейчас посмотрим, что у нас в баньке творится. Парни... Не поднимай пока. С бани на крыше парят. Вообще здесь просто огонь. Все, поднимай тихонечко. А ну кто у нас там парит? Глянем. Батюшки. По спине узнаю чемпиона. Кому-то фартануло, ладно, не будем мешать. Только чемпионы, парень. Ой, прозевал, как выводит. Как лялечку. Вот профессионал парения. Дыневой настойки купает.